Дорогие друзья, земляки, продолжается дебильная эпопея с моим административным делом от 29 сентября. Напомню, наш всем районам любимый начальник УВД Кунцево Дмитрий Юрьевич Гусев в очередной раз мне отказал в обжаловании данного дебилизма. Ну, как бы ничего личного, я подал в суд. Прошу засвидетельствовать. В процессе исследования предоставленных мне документов я обнаружил такую дикую несуразь, что я родился в 2000 году, что я холост, что у меня нету детей. Вообще, составлено это человеком, а этого человека зовут... Это человек наш главный участковый на районе, гражданин майор полиции Голубев. Вот он составил постановление, хотя тогда, когда, собственно говоря, произошла вся эта ситуация, его в отделе не было. Но он составил, как будто таки он там был, и таки он меня там видел, и что я был пьян. Но только, чувачки, вы забыли один маленький нюанс. А нюанс состоит в том, что для того, чтобы признать человека находящимся в состоянии какого-либо опьянения, согласно нашему законодательству, а именно части 7 статьи 27.12.1 КОАП РФ, этот человек должен пройти медицинскую экспертизу. Поскольку никакой экспертизы не было, нет, и я был трезв, и, в общем-то, даже если бы она была, она ничего бы не показала, поэтому, собственно говоря, она и не проводилась. А гражданин Голубев нахально написал, что я был в состоянии опьянения. Так вот, гражданин Голубев, с моей точки зрения, ну, это будет, естественно, определять суд и следствие, совершил деяние, которое имеет признаки статьи 292 части 2 УК РФ под названием «Служебный подлог». Друзья, мы будем дальше неуклонно бороться с коррупцией, халатностью и наплевательским отношением со стороны государственных органов, а особенно нашей родной полиции, нашего родного УВД, ЗАО и всех его структурных подразделений. И как сказал герой криминального чтива, я вашим задницам инквизицию устрою.